Всем привет! Добро пожаловать на транспортный канал Даниил96. Сегодня в небольшом обзоре расскажу о праздничном поезде Деда Мороза. Поехали! 5 декабря стартовал уникальный проект холдинга РЖД – поезд Деда Мороза, в рамках которого Дед Мороз из Великого Устюга на специальном поезде совершит продолжительное путешествие по российским городам, поздравит детей, подарит им новогоднее настроение и подарки. Путешествие Деда Мороза продлится 41 день, а его маршрут пройдет через 36 городов из 31 субъектов Российской Федерации, из Великого Устюга и обратно. Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в составе которой приемные, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка. Пассажиры этого поезда – сам Дед Мороз и его сказочная команда. В каждом городе, где делает остановку поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. В программе могут принять участие все желающие. Работают также сувенирная лавка и кафе. Помимо развлекательной программы, на вокзалах предусмотрена возможность посещения передвижной резиденции по билетам в соответствии с указанным в билете временем посещения. Для входа на вокзал для участия в мероприятии лиц старше 18 лет необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия, или QR-код о вакцинации или перенесенной болезни. На момент своей съемки 5 января поезд Деда Мороза прибыл на Киевский вокзал Москвы в 9 утра. Поезд с резиденцией Деда Мороза по пути сопровождали два локомотива. Главным гостем на вокзале Москвы стал легендарный паровоз П-36-0031, приехавший из Южно-Уральской железной дороги, который во время стоянки радовал маленьких детей и пассажиров красивыми и насыщенными эффектами паровозным дымом. Также во время передвижения поезда Деда Мороза в хвостовом вагоне рядом с последним вагоном-лавкой прицепленный пассажирский тепловоз ТЭП-70БС 346, на котором во время пути данного поезда, чтобы во время движения и стоянки поезда работала дополнительная электроэнергия. Праздничный поезд Деда Мороза во главе паровоза П-36-0031 отправляется с Киевского вокзала Москвы в 7 сентября. Если вам понравился обзор поезда Деда Мороза, не забудьте поставить лайк, написать любой комментарий. Для новых зрителей, кто смотрит первый раз мой канал, нажимайте на кнопку подписаться. Всем спасибо за просмотр. До встречи в новых обзорах на транспортном канале.